Ремонт пришла вот такая микроволновка АФК модель MWDGE20.2M. Вот так выглядит. Значит, диагноз включается, гудит, но не разогревает. Разбираем, посмотрим, что внутри. При разборке видно, что он здесь под сопротивлениями на 5 ватт. Трудно, может быть, значит, под сопротивлениями пластик почернел. И даже пластик на реле возле сопротивления поплавился. Такое бывает, когда сопротивление раскаляется почти до красна, а раскаляется он потому, что не срабатывает реле. Сопротивление необходимо для того, чтобы при подаче напряжения на себя взять часть нагрузки, для того, чтобы меньше была нагрузка на контакты. Когда не срабатывают такие, это когда не срабатывает реле, то нагрузка остается на этих сопротивлениях, как краткосрочно он на себя берет и выдерживает. Но если нагрузка продолжается именно на сопротивлении, она раскаляется, разогревается печатная плата, и под ней прямо черное такие пятно. Ну и, в общем-то, из-за этого могут изгореть сопротивления. Ну, в данном случае они выдержали 47 Ом, а реле под замену. Уже купил и поставлю, и продолжу видео. Значит, я поменял реле, поставил другое, это реле на 24 вольта. Поднял эти сопротивления. Причина какая? Ну, во-первых, нужно проверить их на целостность, а во-вторых, вот под ним хотел, во-первых, показать, почернел пластик, он, когда чернеет, воняет, и останется запах, здесь вентилятором будет продувать. Хочу срезать его и выбросить почерневшую часть, чтобы не оставалось запаха. Поставлю на место и буду пробовать. Получилось так, что я проверил эти сопротивления на 47 Ом, они оказались сгоревшими, и оказалось для меня это полной неожиданностью. Я планировал, что они будут в целом состоянии. По какая причина? Потому что на такой же плате, в такой же микроволновке, вот в таком состоянии оказались эти сопротивления, полностью обгорели. Здесь был очень, ну, полплаты черная, керамика полопалась, а не целая. Ну, показывает номинал 47 Ом. А эти, я поднял, эти в хорошем состоянии, но, ну, во всяком случае, не рассыпавшиеся, думал, они целые. Но оказалось, что придется менять. Ну, у меня есть такие сопротивления. Буду ставить и проверять. Поставил на место реле, поставил сопротивление 5-ваттное. На месте стоит плата. Я сейчас включаю и пробую. Тестирую, будет ли все в порядке, будет ли греть воду. Ставлю холодную. Старт где-то здесь. Старт здесь.
долго говорить не буду. Стоп. Здесь вода немного теплая за 14 секунд. Ну, то есть, ремонт успешный. Это была вот такая называется АФК. Думаю, что это буква F. Микроволновая печь АФК.